Доброго всем дня, друзья, меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новенький ролик по игре Last Day on Earth, либо же Последний день на земле. Как вы помните, в прошлой части у моего персонажа были небольшие проблемы с водой, и вот я без записи решил себе построить вот такой вот сборщик дождя, который я вот здесь вот изучил, получается, за две или одни вот эти вот единички, я не знаю, как они называются. И, в общем-то, я его построил и поставил вот сюда. Еще вы, наверное, спросите, что у меня здесь такой задом странный, на самом деле, пол снаружи, и почему это вообще нужно? На самом деле все это я сделал для того, чтобы спрятать мои грядочки, которые я тоже построил и... Вот это вот мой сборщик дождя, потому что я их не могу поставить вот на этот соломенный пол, или что это такое у меня. В общем-то, я не могу на пол поставить их, мне приходится ставить их именно на землю. И чтобы закрыть их от врагов, которые могут забрать у меня, например, отсюда воду и мои пустые бутылки, либо вот отсюда мою морковку и семена, я вот решил вот таким вот образом схитрить, поставил пол, получается, снаружи. И вот на этот пол уже построил вот такие стены, с помощью которых я буду защищаться от моих противников. Вот, которые не могут у меня украсть, получается, Мои здесь вот вещички различные Еще, ребят, я побегал, получается, по домам противников И пособирал немножечко вещей Узнал, как вообще можно взламывать дома противников И понял то, что это на самом деле очень сложно Мне нужно для этого достичь, получается, 88 уровня Чтобы открыть вот такую вот бомбу С помощью которой можно будет... Взрывать получается стены, э, двери, и чтобы я уже мог взламывать спокойно там все, и все у меня будет просто супер. Ну, посмотрите, тут уже какие вещи крутые просто открываются на этот момент. Но это вообще просто жесть какая-то будет. Тут уже будут и сейфы, в которые я не знаю даже, чем их можно будет открыть. Ну, в общем-то, попробуем до этого уровня дойти. Еще у меня вообще из одежки ничего не осталось, кроме... Получается, шляпок, шляпки и ботинок, которые я выбил с парня, когда бегал по роще какой-то. И вот, в общем-то, кроме этого, у меня больше ничего нет. Сейчас питаюсь морковкой, очень хорошо она все восстанавливает. Вот тут от парня недавно убегал. У меня в такой расплох поймал просто. И у меня слишком мало хп было. Пришлось просто от него убегать. Еще немножечко восполнил здесь ресурсы. Вот у меня здесь еще есть вода, которую я. Не пью. Потом, получается, еда у меня здесь немножечко. Еще сказали по поводу вот этих вот сломанных телефонов, их лучше выкидывать, но на самом деле я их, если они мне будут попадаться, больше собирать не буду. Ну а если они будут у меня, как бы, получается, лишние вот здесь валяться, пусть пока что валяются. Они мне особо не мешают. По поводу еды у меня здесь вот приготовилось два стейка. Я их, пожалуй, возьму, и морковка пока что делается. Но у меня тут где-то семена, по-моему, были, которые я почему-то не засунул, либо же засунул туда, чтобы они росли. Давайте проверим все на всякий случай. Ух ты, какой там зомбак у меня ходит. Так, вот еще я такой ящик прикольно поставил, который за стенами не видно особо. То есть только если я... Блин, что за -то фигня? Только если я вот так вот буду смотреть, а так, когда вблизи его вообще не видно. То есть немножечко по-хитрому. Ладно, по-моему, я все уже себе тут сделал. Так, здесь у меня все окей, и можно уже отправляться того парня убивать. Ну, не парня, уж зомби. Давайте тихонечко попробуем. Хотя тихонечко уже не получится, потому что он как бы ко мне лицом и тихонько его убить не выйдет. Спасибо, то, что мне в комментариях подсказывали по поводу того, что ну, лучше всего убивать чувачков сидя, так будет больше урона и тому подобное. Но в прошлой серии я до этого сам догадался, просто я две серии подряд решил записать. Игра немного затянула в тот раз и прям две серии подряд решил записать. И тогда я уже там сам догадался на самом деле. Ну, за то, что подсказывали, тоже вам огромное спасибо. Давайте посмотрим, что у нас тут по деревьям. У меня, по-моему, больше вообще ничего нет на моем островке, на моей территории. Я вот не знаю, вот здесь вот восполняется каждые 24 часа или нет, или это просто мои догадки такие. Скорее всего, нет. Ну, можете в комментариях подсказать, но я думаю, то, что это только на начальном этапе там что-то происходит. Давайте теперь посмотрим, что у нас тут в инбокс. Нет, здесь ничего нет, но мне тут недавно давали, я помню, три, получается, водички и три, получается, чего там еще то еды, вот, в баночках. Так, что, покушаем, наверное, и думаю, можно отправляться. Отправимся сегодня пока что не знаю куда. Я уже побывал в домах у всех моих противников на их территории. У одного дом был сломан, я смог его спокойненько ограбить, кстати, что было очень-очень классно. И я очень этому рад. Так, здесь у нас какой-то бункер, но у меня, скорее всего, от него не будет. Получается, как он называется-то? пропуска, потому что я находил пару пропусков, но они, скорее всего, вот для этого бункера, который у меня, где он? Вот, видите, он более слабенький, горит зелененьким, но я к нему не могу подобраться. Это, на самом деле, очень фигово. Ну, давайте, в общем-то, попробуем сейчас. Не знаю, что из этого получится, но, в общем-то, можно попробовать. Так, как отсюда? Ага, Enter. Давайте сюда войдем. Возьмем этот пропуск и уже попробуем отправиться, получается, вон в тот бункер. Так, давай грузись и побежали. Сейчас заберем быстренько мой пропуск, который у меня там один где-то лежал, и если он подойдет, то будет просто замечательно. Так, а где он у меня только лежал, нужно найти. Так, здесь у меня его нет. Ага, вот он. Так, что здесь написано? Так, Alpha located Нерби. А, ну, давайте попробуем посмотреть, где он. Я только, конечно, не разбираюсь в этих странных бункерах. Ну, сейчас посмотрим. Что с ними, как там в них и что вообще с ними делать. Так, бункер альфа. Ну, по-моему, это тот. Давайте мы по-быстрому, за несколько секунд. Я подкопил специальные энергии и, в общем-то, теперь можно отправляться. Еще зомбаки скоро на меня нападут через 11 часов. Сейчас вам покажу одну очень прикольную штуковинку, которая вам позволяет, ну, не очень сильно такие потери иметь после атаки вот этих зомбаков. Окей, давайте войдем сюда. Я еще слышал то, что там вдалеке, где самолет, блин, есть пистолет, который я мог подобрать, но у меня уже в тот момент пистолет пропал. Ой, самолет точнее, и я как бы уже там не мог. Так, тут у нас куча деревьев. Вот мне интересно, что по поводу зомбарей тут. Есть ли они здесь? Ох ты, тут уже чувак убитый валяется. Походу кто-то уже есть, может быть. Давайте-ка мы соберем. О, пистолет и пропуск. О, oh, щет. Отлично, у нас есть пистик, это хорошо. Так сюда я могу? Нет, сюда не могу. Так, ребята, нашли пистолет, отлично. Вообще офигенно. Теперь у нас есть пистик, это офигенно. Можно теперь попробовать сюда зайти. Так, ага, карточка у меня одна есть. Опан. Оу, блин, ребят, здесь нужно быть, наверное, аккуратным или что? Или без разницы? О, сколько здесь лута, лол. Сейчас все залутаем, офигеть. Надеюсь, там будут крутые вещи. И у меня хватит. О, офигеть, еще один пистолетик. Давайте мы себе одежку наденем классную. Так, это сюда. И пистолет еще один возьмем. Они стакаются? Нет, не стакаются. Ладно. Будет у меня теперь два пистолета. Хорошо, теперь у меня броня более-менее есть хорошая. Это хорошо. Сейчас оружие нужно холодное найти, нормальное. Так, бинты появились. Блин, лампочка, канистра. Возьму канистру на всякий случай. Давайте это мы тут оставим, блин, потому что я хочу все вещи собрать. Они, наверное, поважнее, чем те, которые у меня. Хотя в тот раз, блин, я оставил, конечно, топор свой и, получается, кирку, и потом ничего добыть не мог. О, батарейки, блин. А что же делать-то тогда? Что мне оставлять-то? Вообще капец. Давайте так поступим. Хотя давайте это мы вот так вот сделаем. Новенький возьмем себе. Новенькое оружие возьмем, а старое оставим здесь. Блин, а тут ящиков столько много, а у меня вообще места не хватает. Вернуться, конечно же, можно, но, блин, это не очень классно. Ну, вот эти вещи я, наверное, брать не буду, потому что они у меня и так уже есть. Мне нужно брать то, чего у меня вообще нет. Потому что если я что-то буду собирать, то тех деталей, которых у меня нет, то они будут, наверное, получше. Так, ломик нашел. Сколько у него урона? 17. Ну, возьму его, пожалуй. А, так, что я могу забрать? Ничего не могу забрать отсюда. Вам... Как же поступить-то тогда? А, я же воду могу застакать. Так, а, ну давайте вот это возьмем. Надеюсь, он нам понадобится. Окей. По-моему, здесь мы все ящики залутали. А это что такое? Ага, а пароль-то у меня нет. Окей, ну давайте попробуем там поискать. Может, какой-нибудь секретик тут есть, и попробуем уже взломать. Сломанный телефон мне не нужен. Это что у нас? Так, это часть двигателя. Ну, когда мы будем что-то собирать, она нам точно понадобится. Так что, блин, это для колеса у нас получается... Что же оставить-то? Ну, вообще тут полная дилемма. Я вообще не знаю, как с этим быть. Это очень тупо, когда у меня такой рюкзак слабый. Не знаю, когда у меня появится слот для нового рюкзака. Было бы вообще на самом деле неплохо. Тут для бинтов у меня получается немножечко. Кстати, это, по-моему, это на бекон смахивает. Что-то я не обратил внимания. А, нет, это, ну, да, можно сказать, бекон, короче. Так, и что? А где мне найти пароль этот, интересно? Так, ну, давайте побегаем, короче, посмотрим. Может быть, все таки я смогу найти какой-нибудь пароль. Хотя, блин, что-то тут вообще никаких подсказок нет. Просто давайте вокруг пробежимся, посмотрим, что тут еще есть. Деревья там по бокам вот везде есть. Но они нам не нужны, нам нужно именно пароль найти. Так, еще деревья. Блин, интересно, а где пароль можно взять? Может быть, конечно, я его здесь нигде и не найду в итоге. Но все-таки мне интересно, если я так побегаю. Может, все-таки что-то да скроется у меня. Появится. Нет, здесь вообще никого нет. Блин, ну давайте, ребята, если, короче, вы знаете, то в комменты тоже напишите. Если я, конечно, сейчас не разберусь тут. Было бы классно. А может, в инвентаре что-нибудь у меня есть? Блин, я что-то лоханулся и не посмотрел, какой там пароль был. Ну, давайте попробуем просто что-нибудь наугад отвести. Так. Нет, не подходит. Блин, я вот честно не знаю, ребят, просто честно. Как можно подобрать здесь пароль? Давайте-ка посмотрим. Мы, получается, зайдем вот сюда. И, может быть, есть здесь что-нибудь для взлома. Ого, тут на 14 уровне уже откроется классный мотик. Это классно, это классно. Как бы поступить-то, а? Блин, честно, вот, ребят, не знаю, какой пароль может быть. Ну, в общем-то, короче, я его пока что не знаю. И узнать я, наверное, его тоже пока что не смогу. Но если у меня в комментариях, конечно, подскажете, будет очень супер. Блин, вот может быть тут где-то есть, я не знаю, юс или как его посмотреть. Не видно пароль на нем на самом деле. Ну, скорее всего это не он. Я думаю то, что это не он, так что давайте побежали отсюда обратно. Домой можно побежать, потому что очень много у меня различных вещичек в инвентаре. Я лучше это все оставлю. Так, ух ты, давайте ка посмотрим. Один час. Я успею сюда добежать? О, да, успеваю. 51 энергия. Отлично, сейчас как раз-таки это сможем залутать, и будет вообще замечательно. Бункер мы этот залутали, это просто отлично. Не до конца, конечно, потому что я не узнал пароль. Если что, может быть, с этим как-нибудь разберусь, и потом уже можно будет узнать пароль. И будет на самом деле очень классно. Окей, бежим к этому аирдропу. Сейчас мы его соберем. Он только что упал. Полтора часа у меня есть на то, чтобы его забрать. И вот я быстренько к нему прибежал. Потом, конечно... А, блин, я же вещи еще дома не оставил. Вот это очень фигово. Это просто очень фигово. Потому что сейчас там будет что-нибудь крутое, и я не смогу это взять, это будет полный отстой. Хотя у меня сейчас так, ну, нормально не хватает еды, можно будет покушать, так я там противников вижу. Это, скорее всего, зомби, потому что они на месте стоят. Но не исключено то, что тут и могут появиться люди. Окей, еще раз сядем. Ох ты, блин, этот быстрый зомби, он, они меня больше всего бесят. Отлично. И вот этого тоже убьем. Все, найс. Nice. Так, у него ничего интересного, у него тоже. Ну, конечно, это мне понадобится. Так, кто это? Ух ты, токсический, здорово, мужик. У уклоняемся, короче, от него вот таким вот образом, и все. С него тоже веревки. И тут еще один. Сейчас мне уже приседать было лень для него, так что я просто его решил убить. Давайте мы сейчас скушаем. Какие-нибудь вещички у меня в инвентаре. М, блин, даже не знаю, стейк слишком много восстановит и морковка тоже Блин, я не знаю, мне... Ух ты, здорово Какой быстрый капсец Как быстро прибежал Все, левел ап, сейчас мы, короче, сможем бандажи сами делать Это на самом деле круто Сейчас будем отправляться домой, надеюсь, энергии мне хватит Если уж не хватит, то, скорее всего, придется немножечко на паузу запись ставить, вот О, нифига себе, а что по атаке? Ммм, 27. Вообще офигенно. Я не знаю, может быть, один пистолет оставить. А это что такое? Ох ты, блин, это этот а, глушитель получается на мотоцикл. Блин, капец. Я что-нибудь вообще забрать могу? Да, могу. Вот если бы я все это забрал, у меня рил хватило там на создание этого моего, получается, чопера. Даже не знаю, как поступить. Ну, давайте это возьмем, а это оставим здесь. А потом, а можно может вот эти доски взять? Ну, конечно, блин, не знаю, нафиг они нужны. Вот это у меня есть, я, пожалуй, вот это лучше возьму. Ну, все. Короче, вот так вот оставляем и... Ладно, на самом деле. Потому что у меня рил не хватает места. Вот это, кстати, классная оружка у меня. Вообще офигенская. Так, ладно, беги. Тут еще один зомбак. Попробуем на нем атаку проверить. О, вообще неплохо. Мне нравится. Сейчас мы тихонечко подойдем. А, блин. Да, тихонечко подошли. Этот уже на меня побежал. Все, давайте отсюда убегаем. Больше здесь ничего, наверное, интересного нет. Аэродроп мы забрали, и это на самом деле отлично. 17 энергии у меня есть. По идее, должно хватить ну, для того, чтобы я до дома добежал. Ага. Не хватает чутка. Ну ладно, сейчас, короче, на паузу немного поставлю, ребята. И как раз-таки, когда будет для 18 энергии, я вот смогу спокойненько, ну, просто ускориться. Вот, в общем-то, сейчас вернусь, ребята. Итак, ребята, теперь у меня хватает энергии для того, чтобы вернуться домой. И вот давайте, пожалуй, мы вернемся по-быстрому и разложим все вещички, которые мы добыли, получается, с бункера и с аирдропа. И будет на самом деле замечательно, если они потом в дальнейшем очень даже сильно пригодятся Вот, все-таки мне нужно построить мотоцикл. Скорее всего, с его помощью я смогу быстрее передвигаться, и на самом деле это будет очень просто супер классно. Так, давайте тихонечко прибежим к моему дому у меня зомби до сих пор тут валяется. И сейчас, пожалуй, я заберу отсюда воду. У меня, кстати, новый уровень. Сейчас можно будет что-нибудь прокачать интересненькое. И давайте, пожалуй, мы сюда закинем... Что мы закинем-то из тех вещей, которые у меня есть? Так-так-так, вот у меня есть часть еще, получается, двигателя. Потом сюда что-нибудь. Вот сюда вот это закинем. Лампочку, пожалуй, сюда закинем. А потом у меня же еще где-то лежали вот такие вот фигнюшечки. Как они называются-то? Транзисторы. Я их помню. Ага, вот они тут валяются. Окей, сюда их скидываем. Потом мы, наверное, немножечко вот засплетуем и вот сюда тоже скинем, потому что у меня ее чересчур много. Заберу, пожалуй, вот эти вот морковки и потом кину вот сюда две канистры. Угу. Сюда можно закинуть, получается, мои батарейки, глушитель, два пистолета. Мне сказали, то что, ну, они потом в дальнейшем пригодятся, потому что когда парень писал мне получается, про, как же называется там, про самолет, в конце которого был бы, получается, пистолет, то он сказал то, что его лучше всего там не оставлять, и он тебе потом пригодится. Так что, пожалуй, я пока что его тратить не буду, чтобы он мне все-таки в итоге пригодился. Так, здесь у меня до сих пор, получается, делается моя морковочка. И давайте, в общем-то, зайдем вот сюда и посмотрим, что мы можем себе новенького такого сделать. На самом деле, я бы изучил вот это, мне кажется, то, что мне понадобится переплавлять различные вещички. Тут нужен 14 левел, придется подкопить. Ладно, мы это изучим, и потом, наверное, вот это изучим. Бинты мне очень сильно понадобятся. А это для чего нужно? Так. Что-то не понимаю. Ну, тут, короче, написано ну, перед дверью это, типа, будет стоять, и если мы не будем хотеть убегать, когда кто-то придет. Что-то такое, короче. Но ну, на самом деле, я, честно, не понимаю, что тут написано. Ну ладно, это пока что изучать не будем. Можно будет потом вещички изучить, потому что они тоже понадобятся. И давайте изучим вот это, потому что здесь можно с помощью этого, скорее всего, обмениваться. Вот тут написано, и, в общем-то, будет на самом деле классно. Давайте. А, давайте посмотрим, когда у меня там новый рюкзак открывается, потому что этот рюкзак уже надоел, он старый. И, и маленький, очень маленький просто. Так, с, а, вниз давайте. Тут такой классный воркбенч уже крутой. Ага, я что-то даже не вижу крутого такого рюкзака-то. Тут вот есть, конечно, все новые и новые ящики классные, но чтобы рюкзак... О, можно... А вот, military backpack. Угу. блин, до него капец, как долго 64 уровень. Это получается мне с этим мелким рюкзаком столько много времени придется бегать. А это что за танк? Не пойми. Ладно. Так. Ну да, все-таки только до того рюкзака мы сможем. Добраться только на 64 уровне. Это капец. Еще и долго и долго там, там до этого качаться. Так, давайте сейчас мы построим все, что нам нужно. Попьем немного воды. Все отлично. И поставим сюда сейчас вот это все заполняться. Так, мне, получается, сейчас нужно немножечко вот этого. А, вот. И камень возьмем. И можно уже будет ту печку делать. Так, заходим вот сюда, всегда путаю. И крафтим, пожалуй, себе одну печку. Потом для этого что мне нужно? А доски, получается, провод. Сейчас мы провод найдем. Вот. А, доски, доски, доски. Они у меня вот в этом ящике, да? Ага, доски ты не уходи отсюда. И что там еще было, я уже забыл. И какие-то пять слитков или что-то в этом роде. Вот они. Ну да, железные слитки. Забираем и тоже, пожалуй, крафтим сразу же. Так, бандажи нам пока что не пригодится крафтить. Воркбенч бы сделать тоже бы не помешало. Потому что я его изучил, но до сих пор не сделал. Ну давайте посмотрим. Мне нужно немного дерева. Ага, берем. И делаем. Все отлично, теперь можно вещички обратно раскидать, которые мне не нужны, чтобы они мне не мешали. И все у нас замечательно. Так, не туда залез, вот сюда. И руду нужно куда-то сплавить. Ага, вот сюда. Хотя мы, наверное, ее сейчас сможем и вот в эти места поставить. Ну, как эта, печка называется, да? А, так, это тоже только на земле. О, нет, это можно и на пол поставить. Отлично тогда. Я ее, пожалуй, вот в эту сторону разверну, вот так вот. Ну и все, вроде бы смотрится неплохо. Конечно, сквозь эту придется проходить. А добывалку воды. Ну да ладно. Так, теперь мне нужно куда-нибудь поставить вот этот вот мой воркбенч. Только куда? Потому что здесь места везде что-то заняты. Ой, я его поставил. Ну, ладно, пусть стоит. Придется, наверное, сейчас немножечко дом не расширить, потому что у меня он рил какой-то маленький. Так, ну давайте возьмем еще досок они мне пригодятся для того, чтобы сейчас дом сделать, и немножечко его расширим, пожалуй, потому что, видите, уже мест не хватает. Такс, 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 такс. Мы сейчас, получается, в какую сторону его лучше всего простроить-то? Ну ладно, давайте мы сейчас начнем и потом уже будем разбираться потихоньку. Такс, ага. Можно было, конечно, вот в эти стороны раздвинуться. Было бы на самом деле неплохо. Ну давайте. В общем-то, сейчас я вот эту вот стену снесу вот таким вот образом. И немножечко сюда простроимся. А, я надеюсь то, что я через эту фигнюшечку смогу пройти. Потому что, ну, если не смогу, то будет фейл немножко. Так. -с. И вот сюда. Все, отлично. Теперь поставим сюда стены, чтобы никто не смог прийти. И все. Готово. Если что, на самом деле, можно и вот эту стену убрать если уж я там не смогу пройти. И все, теперь уже фурнитуру нажимаем. И, пожалуй, вот это можно даже вот сюда передвинуть. Ага. Потом печку, наверное, передвинем тоже вот сюда. Перевернем ее в нашу сторону. Все. Нет, сюда встань. Ага. И что мы еще? Workbench. Тоже давайте вот сюда поставим. Отлично. И вот этот вот столик, пожалуй, мы поставим вот сюда и немного боком. И будет все так компактно. Ага, я его так не могу поставить только таким образом. Ну ладно, пусть так стоит, это мне не мешает. И все. А давайте теперь прибежим сюда и посмотрим, что у нас тут, да как. А кстати, я заметил то, что здесь можно сделать режим с крышей. Это тоже очень прикольно смотрится. Ну, конечно, крыша у меня не очень. Домик самый простой из вообще не пойми чего. Но все-таки с крыши тоже можно будет вот так вот посмотреть. Ага, мне для того, чтобы это сделать, мне нужно несколько деталей. Вот как раз таки транзисторы, болты, а потом скраб металл и немного изоленты. Ну, давайте возьмем. Так, я помню то, что там скраб-металл точно есть. Транзисторы, изолента. И что-то там еще было, я уже забыл. Вот изолента. А, и болты. Все. Идем туда построим. Этот наш радиоприемник. Так, это сюда, это сюда, это сюда и вот это сюда. Отлично, все готово и радио. И что, типа ко мне будет кто-то приходить или я сам должен куда-то бежать? Очень странно, пока что я с этим не разобрался и не знаю, что с этим делать. Ну, пока что тогда пусть стоит. Мы самое главное то, что его сделали. Давайте теперь посмотрим, что у нас с этой печкой. Рецепты. Ага, Блин, ну тут интересно на самом деле, но мне это пока что не нужно, так что пусть просто стоит. Пока что мне для крафтов этого не надо. А тут что? О! О, наконец-таки я смогу крафтить себе вот эти вот различные доски, которые я смогу потратить на улучшение, получается, моего дома. Вы посмотрите, сколько стоит улучшить одну стену. Достаточно дорого. Вот вы видите, 20 досок и 10 а, камушка это очень дорого, и мне придется очень много дерева добывать, чтобы полностью мою хижину улучшить. Будет, на самом деле, думаю, тяжеловато. Так, и что еще? А, больше я ничего нового не построил. Ну да ладно. В общем-то, ребят, наверное, на этом мы серию закончим. Мы так неплохо в этой части развились. Наконец-таки сходили в бункер. Какую классную себе оружку нашли. Пару пистолетов. Хорошую форму себе надели. И вообще теперь мы супер крутые, более-менее. И десятый уровень уже на данный момент. И, как по мне, так это хороший результат. В общем-то, ребят, если вам нравится эта игра, то, пожалуйста, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Пишите мне комментарии с подсказками. Просто комментарии. Буду все читать. И всем еще раз спасибо. Удачи. И пока-пока.